Сегодня Филя не пускает Чарли в клетку. Он там один морковку ест с трех фруктодержателей, а Чарли вокруг бегает. Я немножко Чарли с рук покормила морковкой. Она откусывает и бросает. Как терка работает. Измельчитель. Филя это знает и не хочет ее пускать в клетку. Чарли, ну-ка дай ему подзатыльник. Так же с голоду помереть можно. Да? Филе можно есть морковку, значит. А Чарли уже полчаса в клетку не пускает. Что, и корма нельзя поесть? Что такое? Что это все значит? Непонятно. Филя, иди кушать. Зови Чарли. Филя, кушать. Кушать. Птички знают некоторые слова. Кушать – это святое. Но почему сегодня можно кушать только Филе? Чарли, иди сюда. Так, посмотрим, пустит ли Филя Чарли. Чем же она так провинилась-то? Ну, Чарли, иди скорее. Отъедайся. Ну, по традиции перфоратор в воскресенье у соседей. Но птички к нему уже равнодушны. Да, Филя, Чарли тоже ест. Она тоже голодная птичка. Нет, он не может спокойно смотреть, как Чарли ест. Иди ты спокойно ешь. Филя разрывается между кормом и морковкой. Да, еще глины поклевать надо.